Witam w uważaniu Pamięci. Na pewno się strasznie ostatnio leżymy tu. Ponieważ to jest całkowita jakiś wojowniczą pojemnicę, ta masa, gdy się słucha tej puka, ta masa, ta skrót, elegancka. Thank you.
moderna, con il supercita, la frustrazione, da dove trae guardando una relazione dei fuochi, guardando la scelta di tanti saluti, ma per le casse, non è sbagliato che canta avanti altri civili, non è indicato da noi, o primi deli, non è scusati a te di parlare, non è scusati a te di parlare. Добрый день, уважаемые любители футбола. ФКТВ приглашает вас в Талдыкорган, где сегодня в матче 16-го тура чемпионата страны по футболу среди команд премьер-лиги состоится встреча между талдыкурганским ЖТСУ и карагандинским футбольным клубом «Шахтер». Встреча команд, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, окрестили эту встречу битвой аутсайдеров. Как оно будет на самом деле, мы увидим, будет ли это битва, или просто команды сыграют в посредственный, неинтересный футбол. Хотелось бы верить в обратное, что сегодня действительно будет зрелищный матч. Помогать его буду смотреть вам я, Олег Кунгуров. Ну и к составам мы перейдем сразу после того, как прозвучит стартовый свисток сегодняшнего матча. Судейские бригады мастера, главный судья Александр Алиев, судья Первое же касание мяча голкипера футбольного ЖТСУ и в том числе голкипера карагандинского Шахтера уже прошли, и опасные моменты, вы знаете, сразу с места карьер начали команды, опасные моменты, которые создают и те, и другие буквально на первых секундах матча. Все, никак не зачитаю я составы, давайте посмотрим розыгрыш этого углового. Высоко мяч летит и покидает поле. Итак, быстро к составам. ЖТСУ играет в белой форме. Андрей Шабанов, номер 1, голкипер. Илья Самирсиитов, номер 13. Милош Михайлов, 21. Александр Киров, 14. Тимерлан Адриханов, номер 2. Душан Савич, номер 10. Максим Азовский, номер 18. Иван Светкович, номер 31. Марат Шахметов, номер 5. Бауржан Турызбек, номер 9. Джорджи Диспатович, номер 89. Иван Азовский, главный тренер ЖТСУ. Карагандинский Шахтер, Александр Заруцкий, номер 13, Дэвид Обри, номер 52, Алдин Жидич, номер 20, Евгений Тарасов, номер 19, Андрей Порываев, номер 17, Евгений Коструб, номер 23, Андрей Карпович, номер 6, Ян Вашаглик, 24, Куаныш Ермеков, 44 номер, Роман Муртазаев, номер 45, Михрет Топчагич, номер 9. Главный тренер Карагандинского Шахтера Игорь Захаряк. Команды располагаются на дне турнирной таблицы. Я уже говорил о том, что по сути это своеобразная битва аутсайдеров. В ЖТСУ 12 место 7 очков, в Шахтер 11 место 8 очков. И несмотря на то, что
определенные перемены происходят в руководстве клуба. Тем не менее, сказать, что эти сдвиги будут иметь положительный эффект, пока мы не можем, все это преждевременно, нужно смотреть в перспективу, вперед, как оно будет там дальше. Но, по крайней мере, обе команды хотят играть в премьер-лиге, обе команды понимают, что ситуация тяжелая, и они близки к вылету, и будут бороться, по всей видимости, за выживание. И вот сегодня своеобразная дуэль из тех команд, которые можно окрестить неудачниками текущего сезона. ЖТСУ с мячом, Турезбек, подача следует. Непонятная ситуация с Джорджем Диспотовичем, непонятно, останется он в команде или нет, его очень хочет видеть. Насколько я знаю, это Власы Шелькенский. Вот смотрите, первый гол в нашем матче забивается. Быстрый гол на 4-й минуте. Забивает его 9-й номер Бауржан Турезбек. Вот так вот, нелепо, что ли, но тем не менее забивает гол Турезбек. ЖТСУ повел в счете, и, вы знаете, воодушевлена, безусловно, команда. Очень быстрый гол забит Карагандинскому Шахтеру. Быстрый мяч, который может просто команде крылья распустить, помочь. А еще один опасный момент у нас тем временем. Карагандинский Шахтер тоже не отсиживается в обороне. Попытка подать, но уходит мяч за пределы поля. На 5-й минуте, напомню, Бауржан Турезбек открыл счет в матче. ЖТСУ Шахтера 1-0. Я думаю, что на карагандинцев ушат холодной воды сейчас нужно вылить, чтобы они пришли в себя. По-моему, этот гол, с учетом еще жары южно-казахстанской, талдыкурганской, не в состоянии пока привести команду в нужный дух, в нужное расположение духа. И по движению давайте будем смотреть, по активности игроков, что же они предпримут. Но, по-моему, пока это состояние карагандинского Шахтера можно окрестить не иначе, как нокдаун. Прорывав из-за боковой, будет вбрасывать мяч. На ногах оба тренера. Вообще, такие быстрые голы в матчах аутсайдеров, они зачастую играют злую шутку, просто потому что оборона не самая лучшая, как у одних, так и у других. Удар! 2-0! Вот это начало матча! Джорджи Диспотович сделал классный пас. А забил в ворота мяч Душан Савич, номер 10. Вот это начало.
В очередной раз горняки начинают с центра поля. Два быстрых мяча. Вот это действительно уже ушат холодной воды. И то, что мы сейчас видели, не иначе как полным провалом обороны карагандинского Шахтера, назвать и невозможно. 2-0 к 9 минуте. Это самый фантастический расклад, который, я думаю, многие из вас, да и я в том числе, могли ожидать в этой встрече. Я как-то на борьбу, на то, что за инициативу будут бороться команды, на первых минутах настраивался. А тут вы смотрите, сразу с места в карьер. ЖТСУ не стал тянуть. И по-хозяйски два мяча отгрузил в ворота Заруцкого. Шахтер. Шахтер в атаке. Топчагич. Есть подбор. Пас назад. Какой-то неточный. Еще одна контратака талдыкурганского клуба. Бауржан Турызбек. Заброс на ход. Ну, это безадресно. Талдыкурган сейчас, я думаю, будет сбивать темп. Караганинцам же наоборот нужно спешить. В принципе, 0-2 счет отыгрываемый. Страшно, что в первые 10 минут пропустили, что оборона на ладан дышит. В остальном же, если собраться сейчас, перестроиться, может быть, даже замены какие-то провести, дабы команду встряхнуть, все поправимо. Большой футбол знает и не такие игровые моменты. Нарушены правила на Турызбеке. Он один из самых активных футболистов ЖТСУ на старте матча. Надолго ли хватит? Это, конечно, вопрос. Штрафной удар. Светкович неудачно подал. Мяч в руках у Александра Заруцкого. Дэвид Обри. Вперед. Неудачный вынос прямо на Светковича. Иван Светкович. Назад решил сыграть на Кирова. И подключение защитников. Thank you.
Очередная атака ЖТСУ. Киров играет с Максимом Азовским. Вперед на Цветковича. Савич отыгрался. Диспотович, прошу прощения. Диспотович играет немножко ближе к центру поля, нежели Душан Савич. Савич на острие. Диспотович, по всей видимости, свободный художник в этой тактической схеме Ивана Азовского. Милош Михайлов играет с Андреем Шабановым. И вынос. Вынос неудачный. Много борьбы. За боковой. Атака ЖТСУ. Добивание. Угловой. Карагандинская контратака. Удар выше ворот. Ну что, Карагандинский Шахтер, по всей видимости, постепенно начинает находить свою волну. Волну, которая должна команду направить в нужную сторону, а именно в сторону ворот. Пока удары все выше или мимо, но я думаю, и до выстрела в створ дело дойдет. Пока мельчит. Крузбек. Прострел. Еще один корнер. Еще один корнер. Oh!
Затягивается у нас подача углового. Не доходит до удара дело. Попытка номер два. Удар. Нет, не получается удар. И Шахтер побежал в контратаку. Нет, не побежал. Перехват. Мяч у Шабанова. И вперед. Выигрывает эту борьбу игрок ЖТСУ. Подкат. Свободный удар. Посмотрите. Выиграл борьбу сейчас, по-моему, Порываев у Турызбека. За русский мяч будет в игру быстро. Потеря какая. Удар. Мимо ворот. Минут у нас сыграно. 2-0. Впереди Талдыкурганский клуб. В параллельных матчах, которые идут вместе с нами в этом туре, ноль-ноль в игре Акжепеса и Иртыша. Не открыт также счет во встрече Табола и Атырау. В столице Астана ведет у Тараза 1-0. Опасный момент. Первый угловой зарабатывает карагандинский Шахтер в сегодняшнем матче. Не спеша карагандинец идет к мячу. Получился удар. Попытка номер два. На фланге мяч. И вынос. Нет, посмотрите, выноса нет. Осторожный, но очень правильный выход в контратаку. И не ошибись сейчас. Пятый номер Талдыкурганского клуба Марат Шахметов. Была бы, наверное, опасная контратака. Еще один угловой. Прижимает Шахтер в ЖТСУ к своим воротам. Прошу прощения, здесь не угловой, лишь аут. Когда-то ауты Горняков приравнивались к угловым. Сейчас все гораздо скромнее. Нет-то броса мяча в штрафную площадь. А вот так отдают сопернику снаряд. Помню, что генеральным спонсором Федерации футбола Казахстана является фонд национального благосостояния Самрук Казына. А информационный партнер Федерации футбола Казахстана — интернет-портал Вести Кейзет.
Водополь у нас. Спустя 24 минуты еще 2-0. И главный арбитр матча. Которого, кстати говоря, забыл представить. Александр Алиев сегодня работает в поле. Ему помогают Самат Юсизов и Свиноградов. Так вот, Алиев отправляет команду освежиться. Минутная пауза. Ну а для Шахтера это лишний повод посовещаться, подумать, каким образом, какими путями забивать ЖТС уголы. Возвращаются футболисты на поле. ЖТСУ, безусловно, торопиться не будет. Счет идеальный для талдыкурганской команды. Это уже какая-никакая все-таки заявка на победу сегодня. Шахтеру нужно немало усилий приложить, чтобы для начала сделать счет ничейным. И уж потом рассчитывать на что-то большее. Задача сейчас у карганинцев одна. Нужно забивать. И точка. Какая ошибка. Удар. Штанга. Угловой. Вот она, битва аутсайдеров. Какой накал на поле. Сколько уже моментов опасных мы видели. Действительно, игра без обороны, что у одних, что у других. Оказывается, помощь игроку ЖТСУ. Азовский оказался на газоне. Все готово к подаче углового. Готовы и мы. На ближнюю штангу мяч выносится. Боковой достаточно далеко. Еще один корнер. Нет, здесь лишь аут. Вновь на газоне талдыкурганский футболист. Я думаю, медики не успели далеко убежать. Да, вот они из-за ворот появились. Вновь будут делать свою работу, оказывать медицинскую помощь. Итак, аут, и на сей раз будет вброс, по всей видимости, далеко, судя по разбегу. Нет, остановился и не стал в сторону вратарской бросать. Карагандинец. Еще один аут. Прижал Шахтер талдыкурганский клуб своим воротам. Удар мимо ворот.
неплохое взаимодействие талдыкурганцев. Буквально за 4-5 касаний перешли они в атаку и дошли практически до штрафной площади каргандинского клуба. Один на один выход. Браво, Шабанов. Еще одна атака Шахтера. Снова из-за боковой. Розыгрыш, подача, удар. Вновь мимо. В эту точку уже несколько раз пробивали карагандинцы. Раз за разом ЖТСУ пропускает все-таки выпады и пропускает удары. А карагандинский клуб не сдается. Все, что могут, пытаются выжать из ситуации, из моментов. Это делает им честь, безусловно. Заброс в штрафную на опережение. Диспотович вставил корпус. Заработал угловой. На ближнюю. Очень опасно было. По-моему, Савич выбегал на ближнюю штангу, отправлял мяч дальше. И замкни, да знаете, даже по ошибке сделает движение карагандинский футболист в сторону ворот. Мог бы на мяч нарваться и просто в свои ворота его отправить. Говорю о том, что если бы мяч и голова футболиста ЖТСУ встретились, я думаю, мы бы еще один мяч с вами забитый увидели. Шабанов гонит свою команду вперед. 33 минуты у нас сыграно. 2-0 впереди ЖТСУ.
разбирался я сейчас в протоколах. Показалось мне, что ошибка была допущена при заполнении, но нет, все нормально. Все верно. И давайте к результатам других матчей перейдем. Ужет Пес-Иртыш по нулям. Астана и Тарас по-прежнему 1-0. И в игре Тобола и Атырау также счет 0-0. Как и в Кокчетаве. Опасный момент. Один из опасных моментов ЖТСУ минутами ранее вы могли наблюдать. Караганинский Шахтер же по-прежнему где-то вокруг штрафной площади талдыкурганского клуба, где-то рядом с целью. Но до ударов опасных именно в створ дело пока не доходит. 39 минут уже сыграно. Вот еще одна попытка Шахтера забить. Подача. Шабанов выходит из ворот. Но мяч не ловит, ошибается. На подборе Дэвид Обри. Перевод направо. В воздухе мяч. Правила нарушены. Быстрый перевод вперед. Нет, не с того места. Нужно разыграть штрафной еще раз. Ну и теперь уже, конечно, футболисты ЖТСУ торопиться не будут. Сайт. Положение вне игры. Карагандинцы спешат. Турсбек. Светкович. Вперед заброс на Диспотовича. Выходит из ворот Заруцкий. И мяч забирает. Светкович с мячом. Останавливается Иван. Играет назад. Пожалуй, можно уже подводить постепенно итоги первого тайма. Пусть играть 4 минуты основного времени. Еще, я думаю, пару минут добавленного. В принципе, картина определенная уже складывается. ЖТСУ сделал выводы. По сравнению с предыдущими матчами, и в обороне стал играть строже, плотнее, так скажем. У Шахтера же первые 10 минут были, ну, просто разброд и шатание. В Брежнюга сейчас удар. Вот. Стоило мне сказать о плотности обороны ЖТСУ, и смотрите, тут же потеряли рогонинского футболиста. Не хочу сглазить, поэтому тему эту обойду. В общем, моменты есть. И вы знаете, Шахтер, если бы реализовал все то, что создал в первом тайме, в принципе, шанс сделать счет 2-2 караганинцы имели и, по сути, продолжают иметь. Времени достаточно еще. В первом тайме будет тайм номер 2. ЖТСУ не особо охотно идет прессинговать, я думаю, экономят силы, встречают вот здесь, в районе центральной линии. И зачастую отбирают мяч с нарушением правил, как только что было.
Юнусу. Правый фланг. Жан Турезбек. За русские ворота покидает. Но не успевает мяч оставить в поле. Да, даже если бы рукой там за русский сыграл, это же был бы штрафной. Был бы смысл не бежать. Не спеша. Толдек Урганец идет по угловому флажку. Следует розыгрыш. Определенная подача. Туда, куда надо было подача. Смотрите, невысокому футболисту Тодогурганского клуба удалось пробить поворотом. По-моему, снова Турезбек. Это и был. Обри. Нарушены правила на Обри. Желтая карточка Марату Шахметову. Опасный был момент, сейчас очень опасный. Шабанов. Казалось, что потерял мяч в броске, но тем не менее исхитрился. В последний момент его сохранил. По моментам, по опасным, вы знаете, преимущество я бы даже отдал Карагандинскому Шахтеру. Количество ударов было гораздо больше. Не только ударов в створ и ударов мимо ворот, в том числе, гораздо больше, чем у Курганского клуба. Но счет на табло, и он нам говорит о том, что абсолютно лидер в этом матче на данный момент футбольный клуб из Талдыкургана. Еще одна атака Карагандинского клуба, наверное, одна из последних. Да, действительно, последняя. Александр Алиев отправляет команды на перерыв. 2-0 после первого тайма. ЖТСУ ведет у Карагандинского Шахтера. Предлагаю отдохнуть. 15-минутный перерыв. Нам собраться с мыслями, ну и ЖТСУ обдумать, как счет сохранить, а Шахтеру как же все-таки дважды поразить ворота Андрея Шабанова. Перерыв.
Итак, второй тайм матча ЖТСУ-Шахтер. После первых 45 минут счет 2-0 в пользу Талдыкурганского клуба. Шахтер, по идее, должен быть в самом-самом боевом своем настроении. Просто исходя из того, что отступать им некуда и нужно забивать два мяча. Составом команд предлагаю я обратиться, в которых они начинали матч. Сейчас посмотрим, чем атака Шахтера завершится. Подача и вынос. Итак, Карагандинский Шахтер в воротах. Александр Заруцкий, номер 13. Дэвид Обри, номер 52. Алдин Жидич, капитан команды, номер 20. Евгений Тарасов, номер 19. Андрей Порываев, номер 17. Евгений Кострук, номер 23. Андрей Карпович, номер 6. Ян Вашаглик, номер 24. Коныш Ермеков, номер 44. Роман Муртазаев, номер 45. Михаил Топчагич, номер 9. Главный тренер команды Игорь Захаряк. ЖТСУ, Андрей Шабанов, голкипер номер 1. Ильяс Амирситов, номер 13. Милош Михайлов, номер 21. Александр Киров, номер 14. Тимирлан Адельханов, номер 2. Душан Савич, номер 10. Максим Азовский, номер 18. Иван Светкович, номер 31. Марат Шахметов, номер 5. Бауржан Турызбек, номер 9. Джорджи Диспотович, номер 89. ЖТСУ подает угловой. Верняки мяч выносят. В первом тайме ЖТСУ быстрые два мяча забил в течение 8 минут, обозначив себя явным лидером данного матча. И с тех пор Шахтер пытается отыграться, подходит с разных сторон к воротам,
и комбинировать пытались, и сверху забрасывать мячи, но все пока было безуспешно. На перерыв команда ушла со счетом 2-0, и сохраняется он и сейчас на 50-й минуте матча. Тем временем открыт счет в матче в Читаве. Иртыш выходит вперед в той встрече. Замена у нас у Карагандинского Шахтера, первая в матче. Покидает поле Андрей Карпович. Его место занимает Педро Петраци, номер 5. Сразу после перерыва Захаряк решил замен не делать. Ну вот посмотрим сейчас, получится ли внести определенные коррективы. И тут же ответ готов у талдыкурганского ЖТСУ. У кромки поля находится Саят Сариев. Шахтер с мячом. Глубоко очень Ртазаев сместился. Ну и атака завершается ничем. Генеральный спонсор Федерации футбола Казахстана — фонд национального благосостояния Самрук Казына. Информационный партнер вести.кз. 53 минуты сыграно, по-прежнему 2-0. В Талдыкургане жарко, 30 с лишним градусов тепла. В первом тайме Александр Али, главный арбитр матча, отправлял команды на водопой. Возможно, по такому же сценарию будет развиваться и тайм номер 2. Тоже будет пауза, тоже футболисты пойдут освежиться. Итак, замена у талдыкурганского клуба. Очень активный в первом тайме Шахметов, по-моему, поле покидает. В опорной зоне Шахметов был, в принципе, хорош в первом тайме. Диспотович! Заруцкий, браво! Но вот решил почему-то его Азовский заменить. Первый опасный момент тайма увидели мы секундами ранее. Диспотович на оперативный простор вырывался.
оторвался от опекуна, пробил хлестко низом. Ну там браво, голкипер карагандинского клуба отразил угрозу от своих ворот. Муртазаев. Угловой зарабатывает. Чем больше времени проходит, тем, соответственно, остается меньше шансов у карагандинской команды. И к каждому моменту теперь нужно относиться очень трепетно. Вот и сейчас удар поворотом есть, но мяч уходит мимо. Сложно сказать, чего не хватает в данный момент Шахтеру. Везение или мастерство, потому что моменты создают карагандинцы, мы это с вами прекрасно видим. Вот закончить их так, как это необходимо. Ну, хотя бы, я говорю про задачу минимум, ударом в створ. У карагандинцев не получается. Боковой бросать будут толдокурганцы. Обоюдные потери мяча. Опасная игра. Еще одна замена. Появляется на поле третий номер Гедемина Свичус. Меняет он, по-моему, Азовского. Да, так и есть. Шахтер атакует. Сброс под удар, но некому бить. Один момент заканчивается ничем. Thank you.
желтая карточка показана, насколько я понимаю, Педро Петраци, пятому номеру. Атака Шахтера. Подача или обыгрыш? Но тут уже только угловой. Промедлил с передачей карагандинский футболист. Тут даже не угловой, свободный удар. Алиев указывает на вратарскую площадь. Свободный удар, но никуда не торопится явно. А, тут еще и замена происходит, помимо всего прочего. Так, на замену вышел Евгений Азаматов. Пытается Шахтер усилить свои позиции, что-то изменить. Но вы знаете, чем ближе финальный свисток, тем больше у меня уверенности, что ЖТСУ может отстоять этот счет по силам, по крайней мере. И пусть Шахтер более активен, но так ведь и должно быть, им нужно отыгрываться. ЖТСУ инициативу периодически специально отдает, дабы поэкономить силы, по всей видимости. Только так это можно объяснить. Еще один момент завершается практически ничем. 55 минут у нас сыграно, и вы знаете, пока все, что мы имеем, это моменты, которые футболисты транжирят раз за разом. Шахтер по-прежнему атакует. Плохо, и нарушены правила в атаке. Еще один блок мяча в игру голкипером. Бег мяч подобрал Кушан Савич. И снова мяч то одной, то другой команде переходит. Неплохо. Пострел. Перерывает его защитник угловой.
убедить хозяев поля сапог, а власти о крестерской дыш впереди больше и по-прежнему чужим один тоже. Чагич оказывается в положении вне игры. Десу с мячом. Сшивается с передачей. Кедемина Свечус. Отдал он мяч Шахтеру. Удар. Мимо. Необходимо помощь сейчас оказать дубровскому футболисту. Еще одна будет пауза. Очередная пауза в игре. Появляется медицинская бригада. В общем, вялая игра, конечно, такая тягучая во втором тайме. Шахтер пытается что-то создать. У ЖТСУ моменты покачественнее, так скажем, более опасные. Шахтер берет массовостью этих моментов большим количеством, но все пока мимо ворот. Бег в центре поля. Савич. Зарубский спешит.
очень далеко руками бросает мяч, прямо к центральной линии. Еще один опасный момент, который завершается ничем. Насколько было резвое начало матча, настолько, конечно, скучные все последующие минуты. ЖТСУ в счете ведет, все устраивает. Шахтер положение дел не устраивает, но ничего с этим поделать карагандинцы до 73-й минуты не могут. Шабанов вводит мяч далеко. Деспотович борьбу выигрывает. Тарасов играет налево. И все, и ошибка. Шахтера. И очередной свободный удар. Ну, вот вы знаете, даже комментировать пока что нечего. На поле мало что происходит интересного. Давайте по другим матчам пройдемся. Уже ЖТС Иртыш 0-1. Тобол Атырау 2-2. Кайсар Актобе счет не открыт. 0-0. Завершилась встреча в Астане. Столичный клуб одержал победу над Таразом со счетом 4-1. И начался не так давно матч в Алма-Ате. 5 минут 30 секунд там сыграно. 0-0. Кайрат Ордабасы. В целом много мячей забито в этом туре. После паузы команды выдают нам неплохой футбол. Ну и здесь, как я уже говорил ранее, первые 10 минут тоже были неплохие, а вот сейчас оставшуюся часть первого тайма, то, что мы видим на втором, футбол, который вызывает проблемы. Приятных эмоций, к сожалению, мало. Опасных моментов немного. Шахтер пытается, но не может. Быть может, сейчас. Навес. Удар! Выше ворот. Ну вот, наконец-то опасный момент последовал. Вот это уже не везение. С отскоком от газона мяч послан. То есть у голкипера шансов отразить этот удар было минимум.
Но счет прежний, 2-0. ЖТСУ выигрывает у Шахтера. Шахтер не сдается. Бьется до последнего. Я думаю, еще моменты мы должны увидеть. Пусть и не так много, как хотелось бы, но моменты будут. Последняя замена в матче у Карагандинского Шахтера. Кидает поле Куаныш Ермеков. Владислав Васильев выходит на его место. 11 минут основного времени еще играть. Обри назад на Зарудского. Аспатович, Турузбек обыгрывает двоих. Балажан Турузбек. Савичу под удар. 3-0. Душан Савич делает дубль в сегодняшнем матче. Да, вот такая вот комбинация, он делает счет 3-0. Ну и, наверное, для Шахтера в этой игре уже все понятно. Для нас тоже. Как бы карагандинцы не старались, 3 за оставшееся время, с учетом того, как они момент реализуют. Ну, горнякам, наверное, отыграться уже не удастся. Но штрафной, тем не менее, есть еще штрафной вблизи площади Карагандинского, прошу прощения, Талдыкурганского ЖТСУ, вблизи штрафной площади. Посмотрим, чем завершится. Удар. Мимо. Играет, вернее, встречается с
собралось и сравняло результат, счет 2-2. И все серьезная игра команды «Тачок-Строй». Продолжается атака «Шахтера». Дача еще одна. Нет. Удара по воротам. Угловой? Да, угловой. 83-я минута идет. По престижу «Шахтеру» очень хочется забить. Быстрый розыгрыш. Подача. Вынос. Савич вырывался вперед, но заступил в офсайд чуть ранее. Побыстрее развивается у нас игра. Все меньше времени у «Шахтера». Муртазаев в одиночку тащит мяч и теряет. Ошибка в передаче пяткой, но на подборе по-прежнему горняки. Налево. До лицевой уже дошел карагандинец. Еще один угловой зарабатывает. Отбиваются футболисты ЖТСУ. Перегруппировка сил у карагандинского клуба. Готовится к подаче углового. Дача. Выходит из ворот Шабанов, кулаком играет. Савич. Нет офсайда. Не сумел распорядиться Деспотович мячом. Тут еще и нарушение правил. Ну, значит, сумел, раз мяч остается у ЖТСУ. Замена в составе талдыкурганского клуба. Покидает поле Бауржан Турызбек. Выходит вместо него Ринат Хайрули. Штрафной удар. Выше ворот мяч уходит. Ну что, еще один угловой заработает «Шахтер». Нет, мяч уже ЖТСУ.
Снова Карагандинский Шахтер в атаке. Очень долго. Ну уж подавать, наверное, надо. Есть подача. Удар. Нет. До удара дело не доходит. Итак, последняя минута основного времени идет. Падение в штрафной площади ЖТСУ. Александр Алиев разрешает играть дальше. Футболист Талдыкурганского клуба в рамках фейерплей за боковую мяч выбили. Что ж, ЖТСУ более удачлив в этом матче был. Все свои моменты, какие большинство, по крайней мере, не все, конечно же, но большинство моментов, которые возникли по ходу игры, реализовали. Большинство голевых моментов, самых явных, у Шахтера этого не получилось сделать. Горняки остаются. Да нет, горняки на 12 место теперь опускаются. ЖТСУ их обгоняет, занимая 11 строчку. Ну и я даже не знаю, что нужно сделать, как укрепиться сейчас Шахтеру, дабы выровнять положение. Последних атак Шахтера. Снова угловой сбился со счета. Какое количество было их подано сегодня. Ну, очень много, правда. Итак, подача с углового. Вынос. Дэвид Обри на подборе. Дэвид Обри с мячом. К лицевой линии прошел. Прострел удачный. И удар! Блокируется. В защитников попадает карагандинский футболист. Еще одна скидка. По-прежнему мяч у Шахтера. Обри. Обри. Удар! Шабанов! И что? Свободный удар. Thank you.
положении вне игры оказывается Савич. И все. Финальный свисток Александра Алиева со счетом 3-0. Футбольный клуб ЖТСУ побеждает Карагандинский Шахтер. Резюме матча я уже подвел ранее. Удачи хочу пожелать как одной, так и другой команде. Сезон продолжается, голову посыпать пеплом не стоит. Нужно тренироваться, верить себя, ну и иногда в чудеса. Спасибо за внимание, до встречи на футболе. Пока.